Воспитанница Чебоксарской детской художественной школы номер 6 имени Акциновых Анастасия Рахмина прошла конкурсный отбор на дополнительное обучение во Всероссийском образовательном центре «Сириус». Ее работы привлекли специалистов, работающих в направлении изобразительное искусство. Талант к живописи Анастасия передался от дедушки Владимира Павлова. Он был художником-любителем. Она просто обожала приезжать в гости в деревню, где могла часами разглядывать его картины. Еще в детском саду девочка приняла осознанное решение – буду художницей. Так Настя попала к педагогам знаменитой акциновской школы. За годы учебы она не раз становилась лауреатом и дипломантом различных конкурсов. И вот неожиданный подарок – пройти обучение у опытных педагогов из школы Сергея Андреяки. Вместе с Настей на курс в «Сириус» приедут 40 учеников со всей России. О майской образовательной программе в «Сириус» я узнала недавно от своего преподавателя и решила попробовать отправить заявку. Я была очень удивлена, когда мне на почту пришло сообщение о том, что я прошла. Я очень обрадовалась, ведь это для меня новый шаг, новые возможности, новые друзья. И думаю, все получится. Преподаватель Анастасии Наталья Антонова уверена в своей ученице. Талантливые дети обязательно найдут свою дорогу. Я решила, что мои ученицы тоже могут попробовать, и у них достаточно сил для того, чтобы там показать себя. Вот. Мы, конечно, послали заявки на 3 учениц, но Насте повезло, и выбрали ее. Вот. Ну, я думаю, что Настя себя покажет с очень хорошей стороны, потому что акварель — это ее сильная сторона. Смена интенсивного обучения пройдет со 2 по 30 мая в Сочи на базе Олимпийского комплекса. Успех Насти, конечно же, несомненно, это совместный многолетний труд преподавателя и ученика. Конечно же, мы желаем ей огромных успехов, ждем ее с большим количеством прекрасных работ. Ну и, конечно же, будет оформлена выставка по ее приезду. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, «Республика».